Друзья мои, все-таки мои уговоры подействовали вчера. Действительно пошел дождик и такой хороший. В общем, все, что я вчера посеяла, горчичку, она просто прекрасно полилась и, надеюсь, быстро взойдет. Все огородики вот такие стали коричневые, а сегодня снова солнце, но капли росы на цветах еще есть. Ой, как свежо, идешь по ногам роса, но я это обожаю, обожаю. У меня осталась еще маленькая грядка сегодня. Там я тоже посею горчицу. Так, вот она маленькая грядочка. Здесь был у меня лук. Так, траву всю удалим, грядку поднимем и немножечко наведем порядок. Так, дальше что еще там у меня? Фасолька назрела, смотрю, снова. Так, вот это желтенькая у меня, да? Остатки. И вот здесь хорошие. Так, а здесь я обрывала буквально недавно. Смотрите, какой шикарный кустик. Смотрите, какие стручочки. Обязательно оборву. Сегодня что-нибудь уже сделаю. Сготовлю несколько. Ирочка мне сказала хорошую, подсказала хорошую идею. Она говорит, а что если эту фасольку посеять на следующий год отдельно, в отдельную грядочку? Посмотрите, под ней почти нет травы. Говорю, хорошая идея, чтобы огород держать в порядке, потому что для мамы это уже не по силам. Привет! Мои вы хорошие. Ай, радуюсь своим грядочкам. Ну что, вот здесь мне нужно горчичку сегодня посеять. Тут маленькая грядка с луком была. Это я сделаю. Так, фасольку соберу. Сегодня что-нибудь поделаю. И самое главное, я пришла, чтобы посеять салатик. У меня есть грядочка. Там был салат весной, я вам показывала. Ой, все в росе, но мне хотелось прям вот пойти утречком по этой росе. Вот здесь вот у меня кабачки росли и растут. Не знаю, сколько их там будет. Вот один там есть. Мы с этого кабачка уже штучки 3 сняли. Этот только начинает, к сожалению. Не знаю, будет он или нет. Впереди у нас холодная погода. Вот здесь грядочку приведу в порядок и здесь буду высевать салат. Сейчас буду наводить порядок на этой грядке. И у меня здесь будет салат. Я надеюсь, в сентябре, в середине уже салатик будет. Ну, а что-то будет на следующий год. Все, приступаю. Ну вот, основную траву я продернула. Вот такое местечко у нас, совершенно замечательная, хорошая грядочка. Так, сейчас я ее взрыхлю и подниму повыше. Вот и все. Кабачки еще оставлю, пусть до сентября побудут. Вот видите, хоть не ходи в огород, зашла в огород просто посмотреть. Идет Вера Михайловна, принесла мне груш. Ну вот как вы думаете, а приезжайте, не нужно будет ни работать, ничего. Соседи накормят, напоят. Спасибо вам большое. Это кому вы так говорите? Это всем, вы увидите. Ой. Все переливается. Это же вообще красотища какая несусветная. Ну вот, все сделано. Я ее приподняла и чуть-чуть взрыхлила. А теперь будем сеять салатики. Вот эти салатики я покупала в Германии и Швейцарии. В этом году была на отдыхе. Спасибо всем, мои дорогие, кто устроил мне этот замечательный отдых. Благодаря ему у меня есть силы на нынешнее время. Такая красота, цветочный магазин. Люблю рассматривать. В цветочном магазине всегда есть семянушки. Хочу на память себе семянушек этих купить. Подойду
такой небольшой стеллажик здесь. Сразу прикидываю, что мне купить. Конечно, хочу салат, этот фельдсалат, вот такой, который отдельными листочками мне посоветовали купить. Вот. И хочу вот такой вот обычный салатик листовой. Вот пачка и вот так до плечиков семянышек. Представляете? Также и рукколу, наверное, куплю. Да, и она тоже вот до сих пор на семянышке. До сих пор. То есть целая пачка. Редиски всякие не буду покупать. У меня там дома где-то есть. Это я думаю, что я посажу их в августе. Но здесь ничего такого особенного нет. Помидорки не буду брать. Надо еще дожить до весны. Ну, так вот. Вроде бы. Так, вроде бы. А так хочу посмотреть. Какие перчики, вы посмотрите, какие перчики симпатичные, а? Какие перчики. Да. Уже осенние хризантемки появились. Смотрю. Подсолнухи. Так, здесь популярны подсолнухи в виде цветочков. Это любимки мои. Любимки мои. У меня есть такой один. Темный, притемный, он подцвел. А потом у него был перерыв, сейчас опять набирает и зацветает. Ну, вот эти люблю. Люблю вот эти. Красота. Часами могу здесь ходить, все рассматривать, разглядывать. Какие-то миленькие цветочки. Наверное, молоденькие, что ли. Прям совсем крошечные, зато их много. Посмотрите, как много на веточке, да? Да. А цена 13,95. 22% скидки. А вот здесь 20% скидки. Смотрю, здесь 30%. Это гвоздичка, наверное, какая-то. Или лаванда. Или гвоздичка. Да, какими-то голубенькими. 4,85. Можно вот такую корзиночку даже на балкончик прикупить. Симпатично. Это китайская роза. Маленькая, аккуратненькая. 7,95 всего в горшке. И в горшке там, по-моему, 3-4 этих отросточка. Неравнодушно. В общем, я к семянушкам всегда посещаю этот отдел. Ну все, друзья мои, семянушки на память я купила. Вот смотрите, обыкновенный салатик. Вот такой. Это руккола. Это кресс-салат. А вот это зимний фельд-салат. Похож просто на дикую травку. Ее высаживают они в декабре, в ноябре. Ну, просто у них там температура плюс 5. Это зимний салат считается. Ну, мы посеем, посмотрим, что у нас будет. А так как на этой грядке будут только салаты, я весной уже буду знать, что розетки листьев с круглыми листочками вырывать не надо. Вот этот зимний салат, фельд-салат, он уйдет под зиму, перезимует, все будет с ним нормально. Ну, а все остальные, если в сентябре ничего не будет, ну, какие-то обязательно в весной покажутся. Не покажутся, ну, ничего страшного. Потому что этих семян очень много на эту грядочку. Я же посею совсем ничего. Ну, приступаем к севу. В каких-то пакетиках даже были такие ярлычки пластиковые. Вот, на рукколе и на салатике. В остальных не было. Я их поместила сюда, но я и так запомнила, конечно. А сегодня наше небольшое путешествие на мамин огород завершаем. И Божье благословение у нас сегодня вот это. Узнаете? Это золотой шар. Многим хорошо известное растение во дворах у нас нашего детства. Золотой шар, везде подвязанный бабушкиными чулками, какими-то подпорками. А здесь он у меня растет свободно. Он раскинулся, конечно. Я обрежу сейчас нижние ветки, а вот эти оставлю, которые сами по себе стоят. На самом деле называется рудбекия. Мы знаем рудбекию немножечко другую, покороче. Она такая, знаете, в центре обычно темная.
а по краям разноцветные красно-лиловые листья. Но вот это вот рудбекия, которая называется золотой шар. Вот такая. Друзья мои, желаю вам всего доброго, хорошего. Пусть больше в вашей жизни будет солнечных дней, чем пасмурных. Смотрите на то, что вас окружает. Берите силы от того, что вы видите, только в положительном ключе. Даже если вы видите не совсем приятное для глаз, сделайте так, чтобы что-то хорошее в этом тоже было, какой-то урок для себя, чтобы вы не повторили своих ошибок и чтобы это было просто уроком. Всех благодарю за то, что вы смотрите мои ролики. Всем добра, благополучия и увидимся. Думаю, что-то я забыла. Я же пакетик взяла, чтобы набрать для чая цветущих макушек. А здесь такие особые пчелки. Не знаю, это настоящие или не такие худенькие, маленькие. Наверное, кусучие, не знаю, но это не мухи. И вот они везде-везде здесь. Мы сейчас потихонечку нарвем небольшой пакетик себе для чая. Я люблю складывать такие засушенные мятные цветочки в обычный чай. Не с бергамотом, а просто обычный чай черный. И вот этот аромат, он там держится очень долго. Я люблю. А это мята у нас. Здесь вот в конце огородика. Хочу в эти дни благодатные, потому что будут хорошие дни стоят. Несмотря на то, что вот такие тучи. Вчера был дождь, и 3 дня будут просто вот эти тучи, облака красивейшие плавать. И я хочу набрать себе каких-то травок на зиму. Вот. Вот на меня травка оранжевая смотрит, узнаете? Поэтому я их не удаляю пока. Там еще и семена спеют. Какие-то для красоты, как пупавка. Или вот эти вот красные цветочки, розовые. Космея. Ну, а какие-то для здоровья, конечно. Наберу немножечко. Снова иду с огорода с урожаем. Вера Михайловна мне принесла груши. Вот такие чудесные, замечательные сливы желтые. Угощу маму. Спасибо вам огромное. И я набрала цветочков мяты. Благословение моим соседям, чудесным, замечательным людям. Здоровья вам, мои дорогие, хорошие. Потому что именно соседи, которые рядом с нами, чаще всего и поддерживают нас в какие-то непростые минуты. Спасибо вам за ласку, за доброту, за доброжелательность, за желание поделиться тем, что вы вырастили. Мне очень приятно.